Здравствуйте, любители видеоигр, с вами Джонни Донат. Мы продолжаем играть Saints Row 4. Сегодня я хотел бы обозреть суперспособность нашего главного героя. Итак, первая способность — это бег. Вот, собственно, в чем она стоит. Мы разгоняемся до мега скорости и пробегаем мимо машин. Сейчас вы увидите, они отлетают. Вот. Можно продемонстрировать по этой машине, да. Так, теперь тормозим. Следующая способность — это мега прыжки. Мы набираем силу и прыгаем. В этом случае можно полететь, нажав на Shift. Также можно прыгать во время бега. То есть мы разгоняемся, зажимаем, например, Space, он набирает силу, прыжок. Также наши суперспособности и увеличивают нашу боевую мощь. То есть удары имеют суперспособности. Вот машины, например, отодвигаются. А уж на людях говорить не стоит, они ментально убиваются. Ну вот, что еще раз могу продемонстрировать. Вот, собственно, и полетели. Также можно делать комбо, даже при супербеге. Такой комбо или такой какой-нибудь. Так, хорошо. Вот машину сносим. Или... Сейчас попробую прыгнуть на машину. Нет, не получилось. Так тоже можно эффектно взорвать. И останутся от нее только колеса. Ну, в общем-то, и все. С вами был Джон Донат. Подписывайтесь, смотрите мои видео и комментируйте.